Обидная, но необходимая вещь статистика. Именно одна является правдой факта, который иногда умалчивается. Но дороги города – место повышенной опасности, поэтому не стоит расслабляться. Да, худо-бедно, но большинство водителей, поняв, что если изнасилование неизбежно, то надо расслабиться и получать удовольствие, стоит в пробках и с взаимопониманием, если надо, то пропустит. А тот, кого пропустили, поблагодарит. Теперь дело за пешеходами и водителями газелей. Если последним, будем надеяться, начальство в конце концов объяснит, что посадка-высадка пассажиров только на остановках, то кто пешеходам объяснит правила? Больничная койка? Компот с кутьей? Машина не гладит, она давит. А когда дедушка матерится, замахиваясь клюшкой на не успевший завершить маневр автомобиль, что это? Праведный гнев или хамство по незнанию? Так вот, это последнее. И последнее дело – не знать и не соблюдать элементарные правила. Это камень и в пешеходов, и в тех, кто, покинув руль, ведет себя так же. Что происходит? 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 Что происходит?